Привет, друзья, с вами Данте. Надеюсь, зацените сегодняшний ролик в 60 FPS, некое нововведение на канале. Кстати, напишите в комменты, в 30 или в 60 кадрах вам нравится смотреть видосы. Правда, есть один очень маленький минус. Сегодня вы не увидите меня, потому что я слегка не в состоянии. Ставь лайк, чтобы Данте постригся. Ах да, совсем забыл о конкурсе на 100 рублей. Победный комментарий под прошлым роликом вы видите сейчас на своих экранах. Ну а если ты хочешь получить соточку, то пиши любой коммент, а лучше два. И, быть может, в следующем ролике ты окажешься счастливчиком. На своих последних стримах я играл с довольно-таки интересной для людей сборкой, ведь, во-первых, она подходит для обладателей очень слабых компьютеров, а во-вторых, в ней нет ничего лишнего, поэтому многие начали просить меня ее слить. Да забирайте, мне не жалко, правда, сборка будет доступна через сет-квест, но это только ради лайков, ведь я, правда, старался. Ребят, вот, в общем-то, и сама сборочка, в принципе, как видите, тут ничего особо такого вот прям выделяющегося нет, потому что, это как раз-таки типичная сборка, мне кажется, для слабых компьютеров, но, она не такая, чтобы прям все текстуры сжаты и все прям было очень круто. Нет, на самом деле, тут стоит просто несколько FPS-апов, которые помогают, в принципе, прям очень сильно поднять FPS для обладателей слабых компьютеров. Стоит вот такая вот, я бы сказал, уникальная растительность, поскольку это я сам сидел перекрашивал вот эти вот деревья. Да, я понимаю, что это не особо-то трудно сделать, но все равно, потратил времени на эти деревья немало, и можно назвать эту сборку как-нибудь так Green Edition, потому что сейчас, многие, кто делают сборки, делают какое-то ей название и туда добавляют слово Edition. Ну, окей, пускай это будет Green Edition, друзья, вот так вот я приземлился. Да, кстати, хочу напомнить, что играю я на проекте Arizona RP на сервере Saintros. У меня скоро будет дофигища рефералов, целых 2 человека у меня будет скоро рефералов. Если что, ребят, приходите обязательно сюда, регайтесь на мой ник. У меня скоро будет даже, наверное, 3 реферала. Если ты именно зарегистрируешься, то ты будешь вот одним из этих вот чуваков. Да. Не обижайтесь, пожалуйста, друзья, что эту сборку я залил на сет-квест. В принципе, я не понимаю, почему многие пишут, что сет-квест не работает там и так далее. Все бомбят постоянно, что «О, почему, зачем сет-квест? Он не работает, там вообще сборка ничего не идет». Я не знаю, просто я постоянно лайки ставлю, подписываюсь на канал, потом сразу же от него отписываюсь, да, вот такой вот вам лайфхак, чуваки. И мне спокойно дает сборку эту скачать, поэтому, ребят, просто не надо нервничать, просто пару раз там, может быть, лайк там переставьте, то есть поставили, отставили, поставили, убрали. Все, то есть, попробуйте так вот сделать, и в принципе сборка должна скачаться просто по-любому. В принципе, друзья, я понимаю, что здесь особо никто не посмотрит этот ролик до конца, потому что я по себе лично знаю, что сборки, целиком видео со сборками никто не смотрит. Поэтому, друзья, сейчас я могу в принципе говорить что угодно, все равно там посмотрят это единицы. Но на самом деле на вашем месте я бы поставил себе эту сборку, потому что у меня компьютер хоть и мощный, окей, средний, но работает у меня тут все очень даже хорошо, поэтому, друзья, в принципе, вот такие вот крутые деревья, одно там даже, по-моему, летает или нет? Стоп, надо посмотреть. Да, это дерево летает. Это очень круто, очень красиво. Я люблю сборки GTA San Andreas. Ребят, посмотрите на эти деревья. Я серьезно, прям вот старался перекрашивать их в фотошопе, это было трудно. Серьезно, ребят, это было действительно очень трудно. Я даже вот тут вот случайно какой-то коричневый кусочек сделал. Случайно, я не хотел. Ну что ж, друзья, спасибо всем огромное за просмотр. Если вы досмотрели это видео до конца, то вы просто самый крутой топовый человек в мире, потому что вы досмотрели видос со сборкой до конца. Я не понимаю, зачем это вообще делать, в принципе. Поэтому, ребята, всем спасибо, с вами был Данте. Всем желаю удачи, качайте эту сборку. Если что-то не получается, пишите мне в ВК, добавляйтесь в друзья там и так далее. Всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока-пока.